Всех приветствую, с вами Лилия Донскова. Вот я только что прилетела из Египта, вся такая с самолета, уставшая. Хочется быстрее искупаться. И тут у меня сюрприз. Компания Reflame, пока меня не было, прислала мой заказ. Это новая серия Aerio. Шикарный шампунь, кондиционер, маска для волос. Все в шикарно красивом дизайне. Очень дорого выглядит, очень эффектно. Приятно держать в руках. И еще есть такое классное масло. Масло защитное. Сейчас я хочу все попробовать быстрее. С нетерпением. Желаю принять душ. И для того, чтобы это сделать, мне нужно будет просто это сделать. Аромат просто фантастический. Я уже читала отзывы в чатах. Все пишут, что пахнет как парфюм, как духи. Итак, я приступаю. Для начала мне нужно будет помыть, наносить волосы. Волосы у меня, как вы заметили, очень-очень длинные. Если вам видно. Так, берем шампунь совсем немного. Обычно профессиональные шампуни, они требуют очень маленького количества. Волосы у меня, конечно, огромные. Шампунь немножко нужно вспенить в ладошках, чтобы он уже был готов. Ой, ребят, какой аромат вообще. Потом распределяем нам по коже, у корней волос. Естественно, голову нужно мыть два раза обязательно. Первый раз, чтобы убрать жир, грязь, а потом, чтобы помыть и дать питание волосам. Я отсюда уже чувствую, какой аромат шикарный. А, да я сама прям балдею, все как волосы будут пахнуть. Так, второй раз. Берем опять небольшую капельку. Волосы у меня, конечно, очень грязные после дороги, после перелетов. Они у меня устали. В аэропортах сколько мы сидели. Так, волосы у нас промыты, теперь нужно воспользоваться кондиционером. Берем небольшое количество кондиционера. Ну, я думаю, такого достаточно. Так. Снимаем воду с волос и распределяем кондиционер по всей длине, кончики. Только сильно близко к макушке не нужно. Примерно 10 сантиметров от роста волос, от линии роста волос. Или какой ароматный кондиционер. И оставляем его буквально на 1,5-2 минутки, чтобы он поработал с волосами и напитал их. Все, сейчас через 1,5 минутки вернемся. Итак, сейчас смыла кондиционер спустя 2 минутки. Вот просто даже уже по ощущениям я чувствую, какие мягкие, гладкие волосы. И сейчас я их высушу и нанесу масло. Сегодня я маску делать не буду, потому что это перебор сразу и кондиционер, и маска. Нужно что-то выбирать, или то, или то. А в следующий раз мы запишем видео про маску, покажу, как она работает. Так, до встречи, когда волосы будут уже готовы к нанесению масла. Итак, процедура закончена, то есть мы уже сделали, я помыла голову шампунем, сделала кондиционером уход на 2 минутки, и сейчас я нанесу масло. Посмотрите вот сразу, какое качество волос, то есть я их просто вот вымыла, и ничего особенного не делала, никаких укладок, без укладочных средств. Они такие классные, пышные, блестят, я даже от зеркала оторваться не могу. Я даже челку не укладывала, она сама легла так, как нужно. И волосы на ощупь просто великолепные. То есть они прям вот как, не знаю, как шелк струятся. Сейчас пробуем масло. Маленькая такая бутылочка. Хороший объем, 50 мл. И наносим, вы видите, оно у меня новенькое. Несколько капелек, волосы все-таки длинные. О боже! А, Миша! Ты сейчас почувствуешь этот аромат. Дошло. Дошло?
Вообще обалдеть просто. И распределяем по всей длине. Как я уже читала в описании, масло не жирное, быстро впитывается и дает эффект кератинового ухода, кератинизации, которую делают в салонах красоты. Так вот мы распределяем. Сначала волосы выглядят немножко влажными. Должно очень быстро впитаться и оставить только приятный блеск, аромат и красоту. Сейчас посмотрим, что будет. Минуточка нужна, чтобы все впиталось. Как говорят, кашу маслом не испортишь. И я тоже с удовольствием вылила на себя 4 больших капли этого масла. Ой, как здорово. Сейчас оно впитается, но уже видно, что блеск у волос пошел. Как бы вам показать этот красивый блеск. Волосы гладкие-гладкие. Нет, самое главное, что обычно у длинных волос это начинает топорщиться кончики во все стороны. Смотрите, я без утюгов, без всего сделала просто идеальные гладкие волосы. Так, сейчас пойдемся немножко расчесывать. Ой, как расчесываются. Шикарно просто. Так, вот что у нас получилось. Сами видите, волосы чистые, пышные. Гладкие, рассыпчатые. Ой, как круто. Самое главное, они так вкусно пахнут. Это невероятно. И, ребят, я вам желаю быстрее попробовать эту новинку. Не отказывайте себе в этом шикарном удовольствии. Это больше, чем профессионально. Это очень круто. Я в восторге. До встречи в новых видео. В следующий раз мы попробуем маску. Пока-пока.